К открытию дачного сезона готовые садоводы на несколько недель раньше обычного начали приобретать все необходимое для проведения земляных работ, а также семена, удобрения, грунт и многое другое. Сегодня Елена Бурханова проведет свой вечер за приятными хлопотами. Она займется пикировкой. Она любит сажать овощи, ягоды и цветы. А помогают ей в этом сын и дочь. По словам женщины, это их семейная традиция. С детства проводить время на даче и выращивать свой урожай. Я помню, мама приобрела огород, когда мне было 5 лет. То есть мы с 5-летнего возраста уже все лето проводим на даче. И сейчас у меня уже своя дача. К маме мы приезжаем только помогать, ну, какие-то необходимые вещи делать. А так в основном уже у нас получается 2 дачи. Алина Сулейманова пока не готова проводить свое время за выращиванием овощей и ягод. Но своей маме, заядлому садоводу, в помощи не отказала, поэтому отправилась в магазин за всем необходимым. Сегодня я пришла в магазин закупиться семенами. Но выбирала я их строго по списку, который мне отправила мама, так как сажать будет их она сама. В этом году мы впервые решили купить семена арбуза, так как весна у нас очень ранняя, теплая, солнечная. Некоторые именно с этим связывают то, что садоводы раньше обычного начали скупать все необходимое для открытия дачного сезона. Так, начиная с января по апрель, рост продаж составляет 20%. Как отмечают сотрудники магазинов, это очень много для данной категории. В первую очередь мы, конечно, это связываем с тем, что наши покупатели возлагают ответственность за урожай на себя. Скорее всего, это связано с высокой инфляцией, с подорожанием овощей, фруктов, которые кому-то становятся малодоступными в магазинах. Поэтому те, у кого есть приусадебные участки, сады, огороды, покупают семена, которые стоят гораздо дешевле. Большим спросом пользуются перец, томаты, огурцы, морковь и многое другое. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.